Всем привет, с вами Мэтмёт. Сидел, думал, 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 думал я. И надумал записать по зомбис летсплейчики. Начать новую игру. Поехали. Я вырубил музыку, потому что, блин, она хоть и хардкорная, хоть и крутая, но у меня сейчас очень слабый компьютер, и на нем она тормозит. Ужасно. Я уже пробовал просто. Так, заставки я тоже буду, наверное, пропускать. Хотя пусть они будут. Я не знаю, что они говорят, я херово знаю английский. Но Тед вроде как его друг или кто, и он умер. И что нам нужно сделать сейчас? Догадайтесь. Нужно найти выход и выбраться отсюда к черту. Бейте зомби по голове, но не подходите близко, отомстите за Норма. Вот так вот. Давай, вали их нахер. Он мне напоминает какую-то, я, наверное, не первый человек, кто это скажет, но он мне напоминает спичку. Его башка очень сильно напоминает спичку. Так, бежим за мной, бежим за мной. На, нафиг, на, получайте, сраные зомби, самые сраные зомби. Так, куда их, блин, вести всех? Да, пошли вы к черту. Так, а ну, блин, за мной все. Че, их сожрали, что ли, блин? Придурки. Так, короче, меня это запарило. Надо сваливать отсюда нафиг. Пошел вон. Не помню, куда там бежать надо, но, по-моему, вот сюда. Спас 7 человек из 13 и всего лишь 11 зомби убил.